Как всегда, в темном углу это было, с вами Спорнчик. Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Что-то не получилось у меня там нормально вчера так закончить этот бой, то у меня все время отвлекали, и пришлось даже вырубить, не попрощавшись с вами. Но там впереди меня ждет жопа. Конкретно такая жопа. Так что лучше сейчас надеть вот этот вот автомат и пойти к ним, еще переодеться, включить щит, выскакивать к ним и надеяться на удачу, то что у меня не сработает оглушение. Это единственное, что меня может спасти, и хоть как-то я смогу их убить. Теперь меня ничто не торопит, ничто сегодня не должно отвлекать. Надеюсь, будет без происшествий. Да, кстати, мне надо поменять гранаты. Да, такие лучше не будут. На такие. И коктейль Молотова лучше. Если я буду им кидаться, то в этот момент, то... Просто, ну, сейчас действительно будет сложный бой. Такого давно уже не было. Теперь я готов. Теперь я готов туда к ним идти. Самое главное, чтобы теперь этот меня урод не ваншотнул. Если он меня не ваншотнет, все будет прекрасно. Фух. Все, у меня теперь есть шанс. У меня теперь есть один маленький, малюсенький шанс. И на этом спасибо. Этого ублюдка я грохнул. Этих двоих я тоже грохнул. Так, что мне теперь надо делать? Мне нужно это принять. Это принять. И надеюсь, не хватит на то, чтобы... Очков действий маловато, блядь. И выйти я тоже не могу отсюда. Что я вообще могу сделать? Не хватает? Да, хватает. Бежали сюда. На перезарядку мне уже не хватает. Тут там промахивается из безликих. О, робот. Псина. Ебать. Так, эта псина мне мешает. Как ее можно грохнуть? Так, я должен спрятаться вот здесь. У меня еще есть два хода, да? Получается. Поставить здесь поле. Вот так вот. Буду за ним прятаться. На псину надо наложить стан. На нее, вот так вот. Что еще мне нужно? Перезарядиться. И. Чем-нибудь я еще могу? Да, могу. Но я потом оттуда не уйду, если я это сделаю. Так что я ничего не могу. Я просто отойду сюда. Буду ждать. Пока они сами ко мне все подойдут. Ух ты, блядь, как мне повезло сейчас. Я у меня мог и убить. Так. Безликий медик. Ничего себе тут их. В таком количестве, а? Ты посмотри-ка. Нахрен. Я не знаю, смогу ли я их потом убить. Или нет.
Но два трупа у меня уже есть. Если я сейчас начну стрелять, я же потом отсюда не уйду. У меня осталось только... Да, совсем чуть-чуть. Я потом могу отсюда не уйти. Валим, нахрен. Двоих убили уже хорошо. Мне бы боб еще одного. Очень хорошо мне помогает. Теперь мне надо как-то пережить их атаки снова. Но теперь меня хотя бы никто станет не будет. Ментального разложения никто накладывать не будет. Решимость уменьшена на 15%. Теперь можно с ними будет и поиграть. Давай попробуем сейчас. Я сохранюсь на... Вот здесь это. И попробую снова к ним прийти. Потому что это уже прорыв. Я хотя бы хоть как-то, но от них избавляться-то начал. С другой стороны как-то обходить их, потому что отсюда я их никак не убью. Так, ладно, надену тогда пистолет. Попробую его. Их там прям пиздецки много. И попробую. Игра опять подтормаживает. Из литейной к ним отправиться, литейная. Наверное, игра сейчас зависнет, потому что она лагать начала. Ну да. Она же когда лагает, она не может перейти в следующую локацию. Даже если слабые лаги, все равно. Так, я попробую пойти сюда, на литейную, потом как-нибудь зайдем. Не, пока миссий в этом городе нету. Да и не нужны мне они. Я так понимаю, отсюда можно уже двинуться к этим. Если посмотреть по карте и увидеть то, что там ни хрена нету, то можно сохраниться вот здесь. Че же игра так лагать начала? Потом загрузиться еще раз и посмотреть на карту. Да, и теперь мы видим. Что мы видим? Значит... Следовать за игроком. Мы находимся здесь. Не обязательно следовать за игроком. Так. Я нахожусь здесь, а этот переход из Кор-Сити. А, то есть я вообще сюда был, да? У меня проход. А литейная только здесь, и никаких проходов больше нету. Только там. Ебать, зря я сохранился на этом месте. Я-то думал, что все по-другому будет. Но у меня есть еще одна идея, куда можно сходить на безликих. Тут я уже был. А, я даже понял, где я. Пошли тогда сюда. Посмотрим, что здесь. Может быть, я здесь где-нибудь что-нибудь найду. Ничего себе, здесь трупов. А чья кровь такая интересная? И куда она ведет? Ну, здесь проходик есть, смотрите-ка. Куча мусора. Ничего интересного. Куча мусора. Это меня куда может привести проход? Где я нахожусь? Здесь? Ну пошли в этот проход, по туннелям погуляем немножко. Может, я смогу к ним как-нибудь сзади выбраться. По-любому же есть еще один проход, а не через эту толпу прорываться каким-то образом. Так, по звукам мертвых сталкеров я здесь не видел, но здесь есть безликие. И они почему-то, кстати... дружелюбные. Ты смотри-ка. Заметив вас, четырехногий безликий подходит ближе. Его оружие поднято и направлено на вас, но он не торопится открывать огонь, ограничиваясь невразделенным взглядом.
игрока, подождать, чтобы выяснить, как вы их намерению. Он молча держит вас на прицеле, некоторое время ничего не происходит. Двое его товарищей стоят с оружием наготове и обмениваются жестами. Затем он поднимает руку к своей маске и нажимает что-то на внутренней ее стороне. И после этого вы слышите неприятный синтетический голос. Назови себя. Я Вспунчик со станции Саутгрейд. Что ты здесь делаешь? Я просто ищу приключения. Здесь ничего не надо уходить. Как это ничего нету? Давайте я вам покажу. Вы же говорили, здесь ничего нету. Могу ли я задать вам вопросы? Нет. Молча наблюдает за вами. Ну и нахрен они мне такие нужны? У меня никаких дел близликих нету, я за чертистов. Я топлю за чертистов. Так. Как вам такое, твари? 19! Иванулся. Нормально он меня утащил. Достаточно очков действия. Че за голимое оружие? На, сдох просто. Я по нему и снайперки точно не попаду, я потому что уже двигался с места. Так, пусть они сами ко мне подходят. Надо спрятаться. О, он не попал. Он с места же двигался, точно. Так, теперь что мне надо с ними сделать? Чем можно их таким ёбнуть-то, а? Так, это у меня откат идет. Так, на него вообще не подействовало это, нихера. Как будто, блядь, так и должно быть. Бросает гранату, мне кранты. Нет, щит спасает. Промазал. Ничего себе, мне щит снял. Так, безликий кентавр, жесткий перец. Чем можно их грохнуть, а? Скажите мне, пожалуйста. Нет боеприпасов, бля. Твой друг подох, а тебя вот так. Так, теперь. Что я еще могу с ним сделать? Это пока не попадает по мне ни хрена. Неплохо. Критическим-то так, да? Ч
машину тише, я могу против них делать? Это задержка, это задержка. Блин, с автоматом было бы намного все проще. Надеюсь, убьет его. А, я сам подох. Охренеть. От чего я сдох? Дальше пусть сами ко мне подходят. Ебать, он попал. Какого ж хрена? Какого хрена он попал вообще? Нахрен. Сколько у него хп осталось? 85? На всякий случай. Вдруг не добьется. Ну и пусть он ходит. Он не должен ни в коем случае по мне попасть. Так, ну все вроде, я их всех перестрелял. Чего у меня там с пистолетом? Да. Такое себе удовольствие с ними сражаться, с безликими. Перебинтовываться я долго буду. Весь мой щит сняли практически. 700 хп. Ну да, безликого кентавра встречаешь, и жопа. У меня хоть регенерация-то пойдет, да. Три бинта надо использовать, чтобы хпшку себе восстановить. Ничего себе тут лежит. Вот это тайничок, вот это я понимаю. Ну, если честно, не нравится мне пистолет. Ну, кстати, очень жесткий урон для таких патронов. Вот это я заберу. Фрагмент маски безликого заберу тоже. Пусть у меня будет. Останки, ну нафиг. Ты с чего стрелял-то вообще? Гранаты у него говно. Лазерный пистолет, патроны, останки. Довольно много сносил для обычного лазерного пистолета. Кислотный пистолет. А что у меня за пистолет кислотный? 40-50, а тут только 29-44. Ничего себе. Ампулу с кислотой возьму. Возьму гранату одну, которую я на них потратил. Отсюда ничего с ними сделать не могу, да? То есть это я сюда пришел зря и просто так их расстрелял. Типа мне ничего тут смотреть, ну. Ладно, что ж ты поделаешь. Опробовали пистолеты, ладно. Так, дальше меня это уведет в верхнюю подземку отсюда. Сюда еще можно сходить. Камера наблюдения. Это от чья, интересно? Трупы. Обнаружены ловушки. Блять, ну игра, ну почему ты так все время со мной сегодня-то поступаешь? Ну сколько можно? Да я тебя пройду и уже. О, слишком много всего наваливается. Сколько? 37 минут? До сих пор не могу ничего сделать. Продолжить. Игра просто не дает мне в нее играть. На каждой локации она лагает. Так, на всякий случай, использую-ка я это. Ничего нет. Тут очень много фугасных мин, ловушка и всего остального. С этим надо быть осторожнее. Капкан. Еще. Ебать. Иди здесь откуда. Посмотрим, как эта пушка против людей действует. Гренадер, надо его ваншотнуть. Посмотрим, как мои пули работают. Хотя не буду прицельным выстрелом. Нахрен. Вот это я понимаю. Спрячусь здесь. Пусть сами ко мне идут.
ебать, просто убило. Свалить. Ебать, а чё меня-то иногда дамажит? Какого ж хрена оружие? Ты чё творишь? Ты должно быть за меня! Хрень какая-то. Блять. Накидали мне гранат. Да вы стебетесь надо мной. Я не понимаю, в чем прикол, она, блядь, описалась что ли нахер? Какого ж хуя? А если я его заряжу? Да в пизду, блядь, тупая пушка нас. Надо ему сказать то, что она сама меня убивает. Так понимаю, долго из нее стрелять нельзя. А то ты потом пожалеешь, то, что ты вообще стреляешь из этого оружия. Протекать начинает. Много их еще там? Много. Их там еще достаточно. Слушай, друг, ты же понимаешь, что ты не жилец? В смысле, недостаточно очков? Хватает у меня очков, ты просто правильные способности используй. Псионик там еще ко мне идет, ничего себе. Не подходи ко мне. Не надо. Побежал. Вон он, смотрите какой. Какой интересный. Надо было в него один раз пальнуть просто. До свидания. Ух ты. Ничего себе, он выжил. Блять. Промазал. Попал. О! И припасы кончились. Так, ладно, еще одно сборище уродов было уничтожено. Хорошие гранаты я, правда, уже все потратил. Так, что у них тут есть? Говно. Все не нужно. Вот этот пулеметчик у тебя что-нибудь хорошее было? Да, 50 таких патронов. Хорошее было. Заберем. Посмотри, какой они здесь толпой лежат. Это же ужас какой-то. Еще одна фугасная мина обнаружена. Заберу. Хоть мне это уже и не так уж сильно надо. Заберу. Рушитель, что у тебя? Деньги, бин. Заберу, давай. Пулеметчик еще один. Все, заберу у тебя. Мне это нужно. Неплохо у вас тут так было-то, а? Заберем. Бомбист. Мне уже не надо, если честно, даже гранаты с собой. Слишком вас так много. Заберем. У них здесь даже собственный телек был. Для просмотра. Короче, пистолет этот. При попадании разбрызгивает кислоту. Говно. Мощное, конечно, оружие, но, блин. Ну его нафиг. О, как ты мог? Т-34.
это я возьму. Ух ты, ничего себе, инъекция адреналина в этом месте была. Интересно, есть какие-нибудь препараты, которые будут инициативу улучшать? Вот прыгающий боб меня очень хорошо тогда выручал, то что у меня очень большое количество урона просто по мне не проходило. Это что такое? Запятнанный кровью карманный компьютер. Видимо, мне сюда по-любому надо было за кем-то прийти, чтобы его можно было убить. Ты смотри, у меня снова уже 10 тысяч. Бомбистов всех перестрелял. Ух ты. Так, давай-ка я на этом сохранюсь. Я, правда, не знаю, как теперь мне у тех уродов убивать, которые там передо мной стоят. Вообще без понятия. Угу, и это я вышел сюда, да? Как можно к ним прийти? Как можно к ним как-нибудь хоть вообще выйти, к этим уродам? Я пока даже не имею ни малейшего представления. Потому что они там очень жестко все оккупировали. Если только обколоться какими-нибудь препаратами, прыгающего боба сожрать, к примеру, морфин на себя воткнуть, инъекцию адреналина еще воткнуть в себя, хотя не надо сразу ее втыкать. И только тогда, может быть, когда я, обожравшись всем этим дерьмом, я смогу пережить их первую атаку и расстрелять всех тех, кто стоит рядом со мной, чтобы можно было. Там снайперов надо грохнуть, они больше всего огромное количество урона мне вносят. Надо найти медика. Медик у нас был где? У торговца. Кстати, пошли еще к торгашам сходим. Мало ли, может быть, каким-то чудом у них находится в продаже оружие получше, чем мое. Ну, самых главных двух пидорасов я там убил. Как бы. Так, это куда нам нужно? Торговца, арена, да, сюда. Кстати, можно зайти глянуть на арену, может быть, там какие-нибудь новые эти есть. Как их там? Новые противники, которые хотят со мной сразиться, я был бы не против. Ох ты. Доктор Зилыч, вы идите сюда. Мужчина поднимает руку высоко над головой, чтобы привлечь ваше внимание, размахивая слева направо, как будто вы на нем расстояние километра. Ничего себе, он худой человек с крюковатым носом и опухшими глазами, налитой кровью и дрожащими от восторга голосом. Его одежда покрыта зеленой липкой жидкостью, которая частично измазана также его лицо и волосы. Подойдите, господи, мне нужна ваша помощь, попробуйте это. Он показывает вам прозрачную бутылку, наполненную жидкостью, подозрительно похожую на ту, которую он измазан. Ничего не бояться, это то, что я изготавливаю, мне нужно ваше мнение. Понюхать жидкость. Кто это вообще такой? Я врач, настоящий врач, не один из этих психов. Теперь попробуй на вкус, давай, понюхать жидкость. Нам даже не нужно подносить флягу к носу, чтобы понять, что это неприятный и отталкивающий запах. Безусловно, даже не привлекает вас попробовать эту жидкость. Ну хорошо, давай его сюда. Вы берете фляжку из его рук и смотрите. Запах заставляет вас зажать нос, прежде чем поднести к своему лицу. Попробуй зеленую жидкость. На вкус немного даже ничего, неплохо. Наверное, сейчас я сдохну, да? Совсем неплохо. Отравить меня легче, чем кто бы мог подумать. Подумать только я. Уж было. Мой желудок, он горит. Значит, появление внутрь все-таки смертельно. Кто бы мог подумать? Да, стоит постирать одежду. Ну, попробовать стоило. Попробовать стоило. Так, ладно, пошли. Понюхать жидкость. Кто-то вообще такой? Продолжить. Для начала попробуй сам, а потом уже возможно. Но это крайне негигиенично. Плюс я совсем недавно пробовал приятного прыгуна. Вы же не хотите почувствовать его послевкусие? Это испортит впечатление.
Ты упьешь это сейчас прямо передо мной, независимо от того, хочешь ты этого или нет. Ты мне угрожаешь? Забудь, что я сказал. Думаю, мне не стоит, прощай. Подожди минутку, ты так поступаешь. Я пришел сюда не для того, чтобы услышать от тебя нет. Давай попробуй это, ну давай. Я же сказал нет, прощай. Послушай, тут нечего бояться, это не тебе вреда, клянусь. Брось сомнения в пропасть и выпей это, выпей, ну давай, не разочаровывай меня. Нет. Ну тогда он поднимает подбородок. Думаю, найду кого-нибудь другого, прощай. Так. Халим, обмен. Че у тебя? Здесь что-нибудь интересное? У тебя есть денежка? Точно, точно, я забыл совершенно про это место. Потому что здесь тоже есть противники, с которыми я тогда сразиться хотел. Да мне сохраняться и не надо. Кентавр. Ничего себе, вас здесь. Может быть, я первый начну? Надо грузиться. И она все равно сейчас, если что бы я ни сделал, она зависнет и вылетит. Мы уже проходили это. Выстрел в колено из лазерного оружия, как интересно. Ух ты, я его вообще не пробиваю. Так, что можно с тобой сделать? Офигеть, ему пофигу. А что я с этим могу сделать? Все, всех этих уродов я переубивал. Может быть, здесь я где-нибудь обход найду? С ними не сражаться. Опа, ты смотри, еще один кислотный пистолет. 27-40, а у меня там урон 40-50. Такое себе. Ну здесь урон у него. Так. Атомная батарея, конечно же, я заберу. Это они здесь просто высадились, да? То есть туда дальше не пройти никак. Обидно. Я-то думал, мало ли. Можно будет что-то сделать. Но оказывается, что нет. Блять, я на карту нажал. Сохраниться. Надо сохраниться срочно, а то это все. Это кранты. Игрушка слишком часто начала лагать. Но это прям совсем. Каждое мое действие она лагает. Так, где я нахожусь? Здесь нахожусь, да? То есть это одна из зданий. Угу.
Через этот комплекс мне проходить бесполезно. Так, что тут еще есть? Здесь у нас переезд, там никак не пройти. Здесь спуск вниз. Как же мне быть? Здесь вот еще один проход. Я себя, видимо, не спустился, и все. Где здесь написано на востоке где-то, как мне сказали? Ну, блин, надо будет как-то через этих уродов всех пройти. А как это сделать, я не знаю. Они слишком жесткие. Чтобы найти эту сраную лабораторию. Здесь у доктора прыгающего Боба нету. Это очень хорошее усиление. Ладно, надо пойти сказать, что у него пистолет говно. Да и на этом все. Можно закончить серию. Так, нормально, здесь уже нахожусь. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.